Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие зрители и участники фестиваля. Сегодня 9 декабря 2015 года. Это видео записывается для участия на парад-фестивале. Я Руангиз Гулизаде, аспирантка русского языка и литературы, факультета иностранных языков Тегеранского государственного университета. Я из Ирана, из города Тегерана. Жанр моего выступления – это стихотворение, стихотворение о свободе. Тема свободы всегда волновала поэтов, и они в своих произведениях всегда воспевали о свободе. Прекрасную площадь, которую вы видите за мной, это площадь свободы, одна из самых красивых, можно сказать, площадей Азии. И думаю, это уместно, что читать такое стихотворение у подножья такой прекрасной площади. Разрешите вам прочитать стихотворение о свободе Некрасова. Свобода. Родина, мать, по равнинам твоим, я не езжал еще с чувством таким. Вижу дитя на руках у родимой, сердце волнуется, думай, любимой. В бурную пору дитя родилось, милостив Бог, не узнаешь ты слез. С детства никем не запуган, свободен, выберешь дело, которому годен. Хочешь, останешься век мужиком, сможешь, под небо возвьешься орлом. В этих фантазиях много ошибок, ум человеческий тонок и гибок. Знаю, на место сетей крепостных люди придумали много других, так. Но распутать их легче народу, муза с надеждой. Приветствую свободу. Большое спасибо за внимание.